Полюбившийся горожанам «Вкуснофест» пройдет в Сарове в третий раз. На этот раз площадкой для фестиваля станет набережная реки Сати с парка имени Зернова. Организаторы праздника и предприниматели города готовят для гостей насыщенную и разнообразную программу, а также сюрпризы и подарки. Одной из фишек мероприятия станет лотерея. Одним из интерактивов нашего «Вкуснофеста» будет как раз розыгрыш призов от предпринимателей. Они будут разыгрывать свои сертификаты. Кто-то, может быть, вкусную тарелку, бесплатную шашлык разыграет. Вот мы сейчас как раз креативим на эту тему. Как взрослых, так и детей на фестивале ждут различные интерактивные площадки. Концерт от городских творческих коллективов, бармен-шоу, световое шоу, мастер-классы на любой вкус, фейерверк. Одним словом, скучать будет некогда. А чтобы согреться в осеннюю погоду, все желающие смогут угоститься чаем, кофе и глинтвейном. Основная идея нашего феста – это все-таки праздник от предпринимателей городу. Это, наверное, такое единственное мероприятие в году, которые готовятся предпринимателями, проводятся непосредственно для горожан при непосредственном участии вот, бизнес-сообщества. Это наша гордость, так скажем. Еще одно из важных направлений фестиваля – поддержка бизнеса в Сарове. Предприниматели города покажут свое мастерство, а горожане смогут выбрать для себя то, что им понравится больше всего. Это возможность предпринимателей в очередной раз прорекламировать себя, свои умения удивлять населения. Также это мероприятие учит предпринимателей, заставляет думать о том, как себя лучше презентовать, чтобы люди в непраздничные времена посещали их торговые точки. «Вкуснофест» пройдет с соблюдением всех необходимых ограничений. Фестиваль ждет гостей с 12 до 18 часов. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.